Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Базен Хролиплей, первый сервер. Мы не Кирилл Питбуль, и сегодня мы будем собирать яички к Пасхе. Кстати, всех с Пасхой, Христос воскрес, воистину воскрес. Итак, друзья, сегодня будем собирать яички с подарочками, так сказать. Ну, это типа как подарки на Новый год были, но это яички. Ну, яички, думаю, будет поинтереснее собирать. В принципе, они практически расположены в том же, в тех же местах, где постоянно подарки, но это не точно. Первое яичко сейчас заберем мы вот здесь. По-моему, оно здесь должно быть. Если я не ошибаюсь. Сейчас онлайн полный сервис, сейчас просто жопа полная. Просто жопа полная, я вам скажу. Но мы будем собирать эти яички. Итальянская мафия, блин. Где оно тут находится? Вот это яичко. Вы нашли подарок. Аптечка. Есть. Вот такие вот яички. Давайте такой скриншот сделаю. И погнали искать следующие яички. Так, еще, по-моему, на ферме есть яички. Сейчас мы их найдем. Найдем эти яички. Аккуратненько поворачиваем. Я не знал, честно, что их добавили. Я думал, не добавят. Но, похоже, добавили все-таки. Ну что, красавчики. Что я могу сказать? Красавчики. На ВЧ2 еще добавили. Как интересно, куда. Они же поменьше, чем подарки. Их тяжелее найти, честно говоря. Серьезно, их тяжелее найти. Где-то здесь оно должно быть. По идее. Вот яичко. И 8 кг металла. Пасхальных яиц. Я нашел 2 пасхальных яйца. Это круто. Ищем дальше. Так, а вот и следующее яичко. Возле ДПС. Прям возле ДПС, вот здесь. Прям. Так, яичко. Идем за следующим подарочком уже. Где-то он здесь находится. Так, вон он. Берем его. И четвертый подарочек, цветы нашли. Ну да ладно, ищем сейчас следующий подарочек. Итак, следующий подарок у нас находится где-то здесь. На парковке нет там где. Значит, наверху на крыше прям. Идем вверх. Где-то, значит, здесь должен находиться он. Наверное, сам вверху. Ну, в принципе, подарки, да, отличаются, их тяжелее найти. Но найти все-таки реально. Так, значит, ничего нету. Значит, идем наверх. Значит, идем наверх. Так. Подарочки. Блин, что-то долго мы поднимаемся, ну ладно. Ну, подарочки такие себе, блин. Пока что ничего годного не выпало. Я вам скажу так. Что-то внутри долго поднимаемся. Бесконечно. О. Так, где яичко? Яичко. Что тут яичко не вижу даже? Да уж. Где эти яичко, непонятно. Сейчас будем искать еще. А вот и яичко нашлось. А вот и яичко. Мне дали 21 тысячу. Тимоха на подарки ищет. Так. Сейчас ищем дальше. Яички. Сейчас будем искать яички еще. Так, вот еще одно яйцо на крыше ОПГ Южные. Вы нашли 2 опыта. Неплохо. Ищем дальше. И еще одно яичко находится на больнице города Южного. Находится на крыше, вот по этой лестнице. Вы можете сюда залезть.
Так, следующая яичка находится вот южный, мэрия южного, вот за мэрия южным, вот за забором, вот здесь, там в кустиках находится яичко. Вот здесь. Вот так вот. Берем 4 опыта. Что-то мне уже 3 раза опыт выпадает, но ничего страшного. Так, вот еще одно яичко находится на вот вокзал в южном, и вот здесь яичко находится. Так, здесь у нас где-то должно быть следующее яичко. Яичко. Вон, наверху оно, да. Так. Блин, тяжеловато их искать. Ну, я, в принципе, они типа лежат, где раньше лежали, но это не точно. Так. Где это яичко? Волшебное яичко. Вы нашли набор инструментов. Круто вообще. Вообще охуенно. Как раз мне надо подчиниться, да. Круто. Круто, круто. Чё этот бич от меня хочет? Так, где-то здесь должен быть еще один подарок. Шахта, 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 где-то. Давайте сверху посмотрим. А то может за контейнером прятаться. А, во, яичко как раз наверху. Маска. Прикольно. Ну что ж, погнали искать другие подарки еще. Следующий подарок находится на ВЧ. Сейчас найдем где-то его. Как-то где-то. Опа. Опа. Пошлите. Пошлите, найдем его. Вояки, блин, стреляют просто. Их там двое, по-моему. Сейчас быстренько пробежим. Пробежим быренько. Чего, какой-то вообще слепой. В прошлый раз бы здесь. А, ну как раз здесь он и стоит. 89 патронов. Вообще по кайфу. Так, там вояк что-то сильно много, я вам скажу. Ну ладно. Побежали. Побежали. Короче, нашли мы этот подарок. Давайте искать следующий. Так, а вон где и следующее яичко. Это у нас вокзал. Так, 38 патронов. Ну, неплохо, чё. Неплохо. Снимаешь. Да. Снимаю. Так, светофора не было там, я проехал поэтому. Теперь здесь должно быть следующее яичко, как и в тот раз. В принципе, они их положили там, где и всегда. Да. В принципе, там, где и всегда. Я так думаю. Камера. Спасибо. Мы уже нашли 14 подарков. В принципе. Так что это очень даже круто. Очень даже круто. Так, 11 я собрал подарков. Пока что. Так, теперь автошкола, МЧС, где-то там должны быть еще подарки. Но они постоянно их по одному месту раскидывают, в принципе, это логично. Поэтому вот такие вот дела. Ищем подарки за грузовиком где-то тут. Ну, в прошлый раз было за гаражом. Да, в принципе. Я брал его? А. Кью-кью. Здорово. Я уже собрал 15 подарков. Это круто. Это круто. Сейчас поедем к МЧС.
Давайте ответим. Погнали. Да, я снимаю, если что, я всегда снимаю, когда подарки собираю, потому что это и мне интересно, и думаю, вам тоже интересно и полезно. Где-то здесь он должен быть. Ого, вон он наш на крыше. Нихера себе. Высоковато, я скажу. А, Иван Бест, привет тебе. Так, лестничка. Лестничка. Разве так можно вылезти наверх? А, по этой лестнице, типа, а. Во. Камера. Вот здесь еще одно яичко находится. Это очень круто. Ебать его в рот. Новая деревня. Еще одна. Батюшки. Не, ну это по отдельном видосе, чуваки. Вообще крутяк. Вот это вообще крутяк. Поехали сейчас, наверное, в Колизей. И там должен быть подарок. Так, следующий подарок у нас на вокзале. Где-то. Где-то на вокзале. Только где? А вон он. Я увидел, где он. Вот подарочек. Здесь находится. Так. Следующие подарочки у нас где? А, вот, яичко, спасибо. Подписчики мне помогают еще собирать. Вообще красавчики. Просто красавчики. Мусора кикнуло. Ну да ладно, погнали дальше искать. Так, вот еще один подарочек. 9 килограмм. Ну ладно. Так, следующий подарок, ручки 2. Вот мост где-то там. Где-то там мост. А, где-то. Короче, вот здесь грузчики на крыше, на грузчиках. Подарочек. 2 кг металла. Круто. Продолжаем. Так, погнали. Еще подарочки поищем. Я еще подарок один не взял, блин, в ОПГ. Беда, беда. Подписчик мне еще помогает. Он уже собрал 28 подарков, а я... Сколько я собрал? Вы получили за приглашенного друга Костя Дорощев. Дальше покажу. Да, я знаю, где. Я знаю, где, чувак. Надо мне показывать. Я и сам могу найти. Да я понял, что на стадионе. Я ж не глупый парень. Я не глупый парень. На стадионе. Тут мусоров много. Много мусоров. Так, ну чё, погнали. Чё, пошли. Покажешь мне подарок. А, вот, яичко. 21 набрали уже. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-дум. Вот так вот. Садимся. Ну чё он хочет? Сесть? Да вы заебали, садитесь. Давай. Садись. Да ёб твою налево, сядь ты уже. Поехали. Вокзал 2, да я уже понял. Так. За ним. А, во. Заебись. Ку-ку всем, пацаны. О, 22 подарка уже нашли. Красавчики вообще. Топчик. Поехали. В АА.
Чувак вообще на счет решил пособирать себе подарки. Вот еще один подарок за Мэрией. Что не берется. Что-то он не берется. Походу серый лег. Или мне так кажется. Так. Вот да. Здесь следующие подарки у нас есть. Только надо туда запрыгнуть как-то. Вот так вот. Вон яичко находится где? Это русская мафия. Берем яичко и идем 6 опыта. Идем дальше искать еще. Так, вот еще одно яичко внизу Кремля. Вот здесь оно находится. Набор инструментов. Так, мы приехали в Эдово. Где-то здесь должен быть подарок. Сейчас мы его найдем. Так. Надпись вокзал. Где-то, где-то он здесь должен быть. Блин. Где он вообще? Надпись какая-то. Блин, как и тяжело эти подарки искать, я вам честно скажу. Где-то, может, ФСБ он должен быть. Сейчас найдем. Так, вокзал. Где же этот подарок, блин? Так. Мне кажется, здесь его нет. Где же тут подарок? Я вообще не понимаю, где он здесь. Да уж, пацаны, это трудно искать их. Так. Слава труду. Так, сейчас подписчик покажет мне подарок. А то я вообще хз где он. Так, тут Мерседес стоит. Ага. Ого. Спасибо. Вот здесь подарочек находится. Вообще души. Так. 25 подарков я уже нашел. Осталось еще 5 подарков, блин. Как я не вижу этих военных дебилов конкретно. Я только что просто даже до вообще не доехал, они начали меня стрелять. Я просто в шоке. Я реально просто в шоке. Такие тупорылые эти военные. Ну пиздец, ну блять. Как так можно, я не понимаю. Я вообще не понимаю, как так можно херней так стрелять. Только где этот подарок, хрен пойми вообще. Я не знаю, но где-то здесь должен быть. Чтоб меня вояки еще не слили. Где тут подарок? Иди нахер, ты дебил. На крыше, наверное. Вот где яйцо, короче. Так, погнали. Нашли мы яичко это. Так. Теперь надо отсюда вылезти. Чтобы меня еще не слили. Так. Какой-то даун просто стреляет. Ну. Не понимаю, нахер он такой чудит.
Просто долбоёб. Вот надо быть таким дебилом, я не понимаю просто. Просто, сука, долбоёб. Да. Арзамас. Я просто в шоке, реально. Я просто не понимаю таких людей тупорылых, какие просто херней такой страдают, блядь. Ладно, сейчас будем искать дальше подарки. Кстати, было бы круто, если бы такой бобик добавили, точнее, такой УАЗик добавили бы в автосалон. Он очень прикольная модель, мне нравится. Так. Так, вон тут яйцо находится. Вот оно. 8 кредитов. Неплохо. И следующий у нас находится в администрации Арзамаса. Я там еще не брал. По-моему, да. Я там не успел взять его. Поэтому сейчас мы побежим, его возьмем. Так, вот следующий подарок. И это цветы. Идем дальше. Это у нас больница города Арзамаса. А вот следующий подарок. 2 КГ больница Арзамас. Так, предупредит игроку Салам Инвераза. Он меня подвез как раз ко мне домой. Сейчас мы едем за последним подарочком, какой я знаю, где находится. Я собрал уже не знаю сколько. Ну, блин, ну что ты делаешь, дебил, на Мерседесе? Ну, ты должен был меня пропустить. Ой-ой, как бесит такие просто. Просто ездят, как не знаю кто. Реально очень бесит. Прям бесит. Так, не сюда поехал вообще. Вообще, минута, нужно в ОПГ Солнце. Там подарок, какой я знаю, где находится. А больше я не знаю, где подарки находятся, в принципе. Сколько я, 28 где-то собрал, или 27. Всегда последние подарки тяжелее найти. Вот это всегда такая дичь. Не знаю, где они это теперь. Так. Где-то здесь. Вон яичко. Последний подарок. Пошлите, возьмем его. И 5 опыта. 5 опыта. Ладно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылки есть в описании, заходите на сайт и ждите новых серий.